Вон Дима пошел сейчас проверять почту. Кстати, покажу, как это выглядит. То есть такой он. Такая получается ячейки там для каждой квартиры. И вы туда берете ключики, идете. Тут такой нюанс был у нас, что нам должна была прийти посылка, книжки. И вообще посылки мы с Амазона заказывали. И вместо посылки у нас нам вот, в наш ящик бросили просто ключ. Вообще не поняли, ну, в чем тут ключ, что это за ключ и что с ним делать. Мы подумали, что нужно где-то на почту ехать. А как оказалось, там, получается, под вашими ячейками внизу есть такие ячейки побольше. И это вам ложит ключ от той ячейки, в которой лежит ваша посылка. Ну, то есть очень удобно, что можно получить такую побольше посылку даже.